В Крыму на 69-м году жизни скончался журналист и писатель Юрий Портов. Благодаря своей деятельности он был известен широкому кругу людей. Работал в крупнейших крымских СМИ, был лауреатом премии Республики Крым по литературе. За жизнь написал больше 10 книг. «Среда обитания», «Невроку» или «Секрет национальной безопасности», «Симферополь», «Город, который я люблю», а также многие другие. Друзья и близкие Юрия Портова выражают свои соболезнования на странице журналиста в социальной сети. По предварительным данным, прощание заслуженным журналистом Крыма запланировано на 4 апреля.